Доброе утро. Вот смотри, вот лежу, никого не трогаю. 20 минут есть полежать у меня еще. Мия, у меня есть 20 минут полежать перед работой. Тяжелый рабочий день, отстань. Отстань, пожалуйста. У меня есть 20 минут, можно мне спокойно полежать? Да ёб твою мать, блядь. Ну, Мия, отстань. Вот гляньте, вот она просто, она какой-то демон. Ты была хорошая в первые 2 дня, а потом пизда, тебе случилось уже все. Мия, вот я не хочу матюкаться в блоге, я специально пообещал себе не материться, ну. Я ногу уберу, ну как, ну что мне с ней делать, ну. Все, отстань. Фу, ужас какой-то.